наша земля просто маленький шарик в пространстве звезд. Как нам узнать, что ждет впереди? Сильные люди помогут ответить на наш вопрос. Космос их манит, и звезды мерцают вдали. Хочу дотянуться до звезд, я хочу их потрогать руками. Это сделал первым из нас русский бесстрашный парень. Я хочу дотянуться до звезд, я хочу их потрогать. Хочу